Everybody's in a hurry. Всем привет! Сегодня начинаю неделю. Несколько дней новогодних влогмасов. Ну, это не то, чтобы каждый день я буду выпускать. Нет, я просто сниму несколько дней в одно видео и все вам расскажу. Сейчас уже у нас осталось буквально 2-3, нет, 2,5 часа до Нового года. Я так рада, потому что к нам приехали почти все гости. У нас остались только наши друзья. Ну, получается, к нам должна была приехать наша бабушка, двоюродная бабушка, бабушка наша с работы, двоюродная бабушка и еще семья друзей. Вот. Мы ждем друзей. Сейчас я покажу, что мне подарили. Сегодня Дед Морозик нам подарил под елочку первые подарочки. Вкусняшечки. Вот такие вот. Очень вкусные. Бабушка принесла еще вот такие вот подарочки. Тоже не очень вкусно, там еще шоколадка большая. Вот. И двоюродная бабушка мне купила вот такой вот спрей для волос, который помогает быстро отрастить волосы, придает им блеск и все такое. Ну, в общем, я очень давно его хотела, и спасибо ей большое. Также вот такую вот шоколадку Bubble. У моего брата такая же, только с бананом и с кокосом, я хочу у него потом попробовать. Мой любимый киндер, если честно, любовь к киндерам и милке, это просто вообще, у меня милка и киндер самые лучшие. И вот всякие много таких вот очень много конфет. Также мне подарила вчера моя лучшая подруга подарочек. И еще одна подружка с коньков. И, кстати, лучшая подруга Настя мне подарила еще вот такую свечку. У меня тут, конечно, беспорядок, но я хочу с вами распаковать киндер. Сейчас будем распаковывать. Это, знаете, это как айфон открываешь, такой, типа, у них пленочка, а в киндере вот эта штучка. Мне, кстати, очень редко попадается, чтобы вот он открылся так. Киндер ни с чем не сравнится. Теперь игрушка. Очень много всего, как обычно. Я соберу и вернусь к вам. Насколько я поняла, это такая штука, которую ты подбираешь вот так вот и начинаешь вращать вроде бы. Вот, и нам вот так вот очень клево крутится и создает какой-то эффект, да? Все правильно. А теперь кушаю шоколадку. Вернусь еще, возможно, к вам вечером или завтра утром. Я уже знаю, что мне подарят прям на 100%, потому что я сама ходила и выбирала себе подарок. Ну, не сама, но с мамой ходили, типа, потому что она не знала, что точно мне нужно и все такое. Сегодня вечером встретимся или завтра утром. И, кстати, еще. Я решила собирать шоколадки. Ну, то есть, вот такие вот, кто мне дарит. Я буду собирать и не буду их кушать. Завтра мне должны подарить шоколадку Милку. Вот такую вот огромную. Ну, как бы длинную, короче. Думаю, вы поняли, с карамелькой. Причем их должно быть даже две. И думаю, мне еще сегодня подарят шоколадку. Я очень люблю шоколадки. Вы не поверите, но мне только что моя родная бабушка подарила еще... вот эту вот Милку! Мне еще завтра подарит Дед Мороз. Вот такую вот. Сгущенка, моя самая любимая сгущенка. Вот. И еще я буду коллекционировать. Сейчас запишу ТикТок со всеми этими сладостями. Типа, знаете, солнце смеялось, на птички пели, жизнь пошла в слаще карамели. Вот такое вот. Я уже переоделась вот в такое-то, вот в такое вот платьишко. Мне очень нравится оно. Вот такое вот красивенькое. Peace.
Вот, и сегодня я должна буду... Тут ленточки еще вот осталось связать. Вот они. Вот. А сегодня я должна снять очень много тиктоков. Ну, точнее, не снять, а выпустить, потому что я вчера сняла только штук 11, наверное. Вот. Ну, я думаю, понравится кому-нибудь. Должны же понравиться мои старания кому-нибудь хотя бы понравить. Короче, вот. Что вам могу сказать? У меня вроде бы ничего не прибавилось из подарочков. Вот такие вот наборатки я открыла. Кстати, выглядит очень клево. Прям как арбузик настоящий. И получается вот это вот зеленый белый это маршмеллоу, а красный это мармеладка. In a flurry, shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure it's madness, but it's magic. As soon as you hang up the mistletoe, 'cause you're the reason for the season. No, we don't need to keep up with the Joneses. All love. Сейчас я пришла с прогулки. Время полседьмого. У меня еще красная щека. То, что я вот так сидела. Сейчас хочу показать вам, что мне еще подарили. Во-первых, это шоколадки. Вот такой вот. Кстати, пробовали? Я нет. Сегодня первый раз буду пробовать. Вот такую. Такая у меня уже была, то есть как бы уже много. Милка, она тоже была. Мерси. И внимание, раз шоколадка. Два шоколадка. И не поверите, но три шоколадка. То есть три шоколадки Милки у меня. Представляете, я же не емся. Ой, это не я. Сейчас мне подарили вот такой вот набор Avon. Тут крем для тела и все такое. И гель для душа вроде бы. Сейчас мне подарили вот такой вот гель для душа. Он очень вкусно пахнет. Тут еще ананасики внутри. Обалдеть. Еще. Вот тут вот. Кстати, очень милый. Вот тут вот такие вот конфетки, но я их жутко не хочу открывать, потому что они очень красивые и милые. Вот, будут стоять у меня до последнего. И, кстати, ой, да что такое? Извините. Хочу вам показать, что в этой шоколадке. Тут ее чуть нету, совсем чуть, половину почти. Хочу показать, как она выглядит. Это как обычно, знаете? О, идеально просто. Она выглядит вот так, и тут написано «Милка». Внутри находится карамель, фундук и какая-то белая глазурь непонятная. Тут даже не... Извините, у меня было срочное отключение. Тут даже не написано, какая глазурь. Ну, что это за глазурь белая? Просто написано то, что она... Чем-то напоминает мне арахисовую пасту, но не знаю. Возможно, это она и есть. Такая вот и тут фундук. И, конечно же, глазурь. Ой, гущенка.
карамель. Мне очень интересно, знаешь, что какая на вкус вот эта шоколадка. Потому что я ее вообще не раз... Прошу прощения. Я ее вообще ни разу не пробовала. Но то, что мне подарили две одинаковые шоколадки, это фиаско, братан. Причем я не люблю чисто молочный шоколад. Чаще всего я беру с карамелью. Это мой самый любимый, с орехами, с изюмом. В принципе, я ем все шоколадки, даже горькие. Но больше всего я люблю шоколадку с карамелью. С карамелью, короче, я люблю самые любимые шоколадки с карамелью, с орешками. Внутри, то есть все вместе, карамель и орешки. Молочный шоколад я тоже люблю, но от него слишком много, не то что калорий, я не считаю калорий, правда, но все равно, ну не знаю, молочный шоколад это как-то молочный шоколад. Вот. Всем еще раз приветики. Сегодня подошел уже второй день к концу того, как я снимаю. Я тут кушаю мармеладки. Там вот одна осталась. У меня есть прекрасная свечка в виде Дедушки Мороза. Чтобы вам ее показать, нужно было ее задуть. Вот так вот. Ой. Ладно. Ну, я думаю, вы сейчас все видели. И вот такая вот свечка с ароматом зеленого чая. Очень-очень-очень вкусно пахнет. Вот. Хочу с вами, наверное, сейчас уже попрощаться. Сказать то, что следующий влог выйдет совсем-совсем скоро. Не могу говорить точно когда. Но я после Нового года, как у нас начнется школа, я думаю выстроить себе расписание, когда у меня будут выходить влоги или вообще видео на моем канале. Ну что же, а я вас всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.